ведущая перестала скрывать возобновление любовных отношений с экс-ухажером Тимофеем Майоровым и намекнула своим фанатам о подготовке к свадебной церемонии. Как выяснилось, недавний совместный ужин Тимофея и Ольги дал свои плоды для развития отношений между парой. В сети отметили, что Бузова готовится к свадьбе. И сейчас ярким намеком дала понять, что у нее все налаживается. Она отметила, что в ее жизни намечается очень важное событие, что и обсудила с Майоровым в ресторане. В видео Бузова называет его Тимоша, любимый навсегда, что тоже наводит на определенные выводы. Фанаты Ольги напрямую спросили у Бузовой, выйдет ли она замуж за Тимофея, на что она многозначительно намекнула и лайкнула вопрос поклонника. Она также подтверждает в комментариях своим фанатам, что Майоров единственный достойный для нее мужчина, и она счастлива находиться рядом с ним. Отношения между ними стали зарождаться прямо на глазах у многомиллионной аудитории, где сначала Майоров якобы поддержал ее в проекте «Замуж за Бузову», а потом сообщил в своем интервью, что не исключает начало романтических отношений с Олей. А это значит, что Оля все-таки дождалась своего счастья. Сейчас Ольга Бузова выглядит по-настоящему счастливой и уже отпускает бывшего мужа Дмитрия Тарасова, отметили пользователи в Инстаграм.